Руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова рассказала в своем телеграм-канале, что заказала на госуслугах паспорт болельщика. Уже через день пришло уведомление о том, что можно забрать его в любом из отделений МФЦ. С собой нужно принести документы, подтверждающие личность, паспорт на детей, свидетельство о рождении. Выбрать ближайший офис МФЦ можно на карточках, которые размещены в телеграм-канале. Департамент городского хозяйства и экологии напоминает о противопожарной безопасности. В телеграм-канале сотрудники сообщают, что в районе Студенного оврага у горы Барсук в лесу отшельник построил деревянное жилище. Его постройки загорелись. Пожар удалось локализовать, деревья не пострадали. Сотрудники департамента вместе с МЧС организовали дежурство во избежание повторного возгорания. Администрация Советского района поделилась в своем канале фотографиями дворов, которые участвуют в конкурсе «Цветущий советский район 2022». Например, жители дома номер 81А по улице Свободы с заботой подошли к благоустройству зеленой зоны. Также красоту создают в своем дворе жители дома номер 61 по улице Антонова Овсеенко. Администрация района благодарит самарцев за проявленную инициативу и активную жизненную позицию. В телеграм-канале можно узнать, как принять участие в конкурсе. В Кировском районе уже отметили День металлурга. Профессиональный праздник специалистов металлургической отрасли отмечается в третье воскресенье июля. В этом году праздник выпадает на 17 число и пройдет на официальном уровне уже в 65-й раз. Во дворе дома на металлургов 87 перед жителями выступил коллектив Самарского дворца творчества.